игра простая. Вот. Есть Кришна, Баларам, мы делимся на две команды. Баларама плохо, а Кришна какая-то. И у нас есть два ведра. И вот за территорией этого круга мы не выбегаем и просто, ну, кто кого перекидает, кто кого перемажет. Перемажет надо. Да, да. И потом победители будут решаться, ну, будет видно, кто победил, кто проиграл. Вот. Это уже видно. И потом победившие или проигравшие, они туда понесут. На своих плечах проигравшие понесут победивших в пруд. Пруд? Да. Субал! Субал! Я сам предлагаю же. Надо, чтобы видно было. О, Женя у нас. По-моему, Субал струсил. Ну да. Да я-то струсил. Трус. Трус. Субал, тебе все равно попадет. Субал, тебе все равно попадет. Эй, ребята, ребята, ребята! Мы сегодня столько игр уже отыграли. Какие-то были вообще неинтересные. А сейчас классная игра. Классная игра мы придумали. Вот Субал, он уже очертил круг, смотрите. Видите? Так, кто за Баларама? Ну-ка все сюда, кто за Баларама? Кто за Крик? Да что? Все купаться! О, Кришна! А кто такого
Ты проиграл? Давай, конечно! Это проиграл! Это проиграл! Михаил чистый! Стоп, стоп, давай! Давай! А вот и нет! Выиграли Кришны, камон! Вы посмотрите на панорам, да он весь белый от простоквашек. Он и так белый, слышишь? Он белый. Все, кто там? Хватай, хватай! Давай, прыгай! Давай! Давай, просто, да. Ах, нашивался.